Бен Дэвис. Бернс мяч потерял. Оказывается, здесь есть кому пасовать. Все-таки очень насыщенная группа атаки у сборной Голландии. И Ланг разворачивается. Как же классно забивает. Ну а Ланг не со своей позиции. Но он оказался ближе всех к чужим воротам. Он сыграл здесь абсолютно как центр-форвард. Янсен. Два прыжка. И все-таки сыграл на Коди Гакпо. Гакпо уходит от Томаса, который не стал фалить. И снова Гакпо. Удар, конечно, 2-0. Вот тут невезение уже у Уэльса, потому что первый удар заблокировали, и мяч мог отлететь куда угодно, но он отлетел к Гакпо на щеку. На ту, которая на ноге. Оступается, кажется, Тезе, но, правда, и соперник на него нападал. И вот шанс Уэльса вдруг возникает, и гол забивает Джонсон. Ну ладно, хотя бы без потерь, хотя бы давление есть. Уилсон, Джонсон неожиданно мяч поднимает. И можно пробить Бейлу справа. И ну что за удар? Пенальти будет? Пенальти. Ну а Уэльс. Бейл забил, забил в тот угол, куда полетел Силисон. Но я так думаю, что Силисон... Пока эта команда на чемпионате мира и в Лиге А, в Лиге наций. И вполне заслуженно. Здесь она бьется. Здесь она не аутсайдер, будучи даже на последнем моменте. Но голландцы, голландцы! Ха-ха! Они опять сделали это! И полякам и не забил. Вот с розыгрыша все начинается. Мартин Синди, длинный пас. В первом тайме у него было 1000 таких передач. Думфрис скидывает. И скидывает еще и один из защитников сборной Уэльса. Бен Дэвис. Капитан, который теперь уже не капитан, отдавший повязку Бейлу. Скидывает на Мемфиса, и Мемфиса не накрывают. Закончились 4 минуты уже давно, но Нидерланды хотят забить еще. Бергвейн. Его удар накрыли, и 3-2 итог этого матча. 5 голов на Декёйк.